Я думаю, подобные вещи, такие как лекарства от рака или от других более страшных болезней, скорее всего, возможно. Скорее всего, возможно, мы не появляется же просто так, например, тот же самый СПИД, правильно? Он не просто так появился, он появился вот в определенное время, в 20 веке. Мое мнение, что его изобрели, и что лекарство от него уже давно изобретено. Мне кажется, что это просто монетизация медицинской промышленности. Ну, это мое субъективное мнение.